Игр про танки и самолеты много, но только в War Thunder вся техника сражается на одном поле битвы. Это и в разы динамичнее, и похоже на настоящие сражения Второй мировой. Сражайся на танках и самолетах, которыми воевали наши деды. Уничтожь армию фашистов и стань настоящим героем. И только сейчас ты получишь подарок при регистрации и сразу начнешь нагибать врагов и на земле, и в воздухе. Ссылка под видео. Кликай и выбирай подарок. Это мой сын Дэнни. Какой милый. Это моя жена Лида. Красивая. Это мой член. Круто. Извини, пожалуйста. Ничего. Кто полезет к ней в трусы на выпускном, не жилец. Мы привыкли к играм про танки и самолеты, а как насчет космических кораблей? В Star Conflict тебя ждут беспощадные штурмовики, невидимки, гигантские дредноуты и множество других звездолетов. Сражайся с вражеской командой, исследуй тайны космоса в открытом мире или вступай в клан и вместе с ним завоевывай галактику. Ссылку на игру под видео, регистрируйся и ты получишь подарок, который ускорит твою прокачку. Я несу радость, а ты? А я тебе пасть порву прошивить все-таки. Я нахожусь в лесу 4-е сутки. Дальше я планирую разжечь костер. Блять, ну как ты меня заебала? Ты мне дашь заснять или нет? Вернись, Коль, Коля, ты не можешь.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. От Антарктиды откололся огромный айсберг, равный по площади Сингапуру. Извините, магистр Йода. Оби-Ван Кеноби вошел в контакт.